Okay, we have about an hour. Итак, у нас есть около часа. И перед тем, как я начну, мы вчера были очень допоздна, работали. Около 3:30, 4 часа утра я лег спать. И вся наша команда работала. У нас много-много программ, а уже следующая начинается завтра. Так что нам нужно было послать много всяких отчетов разным людям. Когда все из нас уже собрались спать, у нас был 25-страничный отчет и бюджет на о нашем колледже. После того, как мы все это закончили, мы говорим: «Стэнли Шоупинг, вы теперь переведите все это на китайский». И мы пошли спать, а они только начали работать. Мне так повезло, что у меня есть эти двое великих молодых людей, Стэнли и Шаопинг. Пожалуйста, оставайтесь. Иначе мне придется работать больше. Нам нужно закончить эти 9 метафор. Я думаю, что мы на 6-м. Нет? Нет, 5-й закончили. Называется на тибетском Норбу Ринпоче. И стих из древней Индии. И вот комментарий Норбу Ринпоче. Что такое драгоценность? В древней Индии есть особая драгоценность. Многие из вас знают мантру «Ом мани падме хум». Мани в мантре не означает деньги, мани-мани. Это означает драгоценность. Есть особый драгоценный камень, который называется читтамани. Читта означает ум. И читтамани означает, люди выходят в лес в Индии, и в воде, в какой-то реке можно найти вот эти особые драгоценные камни.
если их разрезать, и как поместить на какое-то высокое место, например, на флаге. И потом ждешь особого дня, например, восьмой день Луны. Или десятый день Луны еще лучше. И если делаешь определенные молитвы, это как бы включить эту драгоценность. Внезапно она начнет работать и даст вам все, что вы захотите. Если хотите капучино, можно просто помолиться, и из этой драгоценности капучино вам придет. И этой драгоценности не нужно думать об этом. Она не может думать. Автоматически выходит это из драгоценности. Если делаешь особые молитвы надлежащим образом этой драгоценности, то все вещи, которые ты хочешь, они придут к тебе. И таким же образом драгоценность сердца Будды, которую мы называем Ешинобу. Ешинобу означает, что вот эта драгоценность исполнит все твои желания. Намто мепа. Будде не нужно об этом думать. Будде не нужно об этом думать. Он делает все, что необходимо для различных уровней различных людей. Седьмое называется «нян-ньян», что означает «эхо». Это древняя поэма. И тогда эхо, если ты что-то произносишь громко в пещере, например, пещера не думает: «О, Геша Майкл хочет, чтобы я что-то повторил». Это автоматически. И нету никакого движения языка. Нету движений в горле. У пещеры нету зубов или языка. Но все равно она даст вам ответ. Подобным образом, когда Будда говорит, эта речь Будды происходит из семян студентов Будды. Если у студентов большая вера, и если студенты усердно работают, то учитель придет как эхо. Если вы слышали что-то хорошее в течение последних 8-10 дней, то мы должны дать цветок. Кому? Геше Майклу? Нет, я просто пещера. Кто делает звук? Да, вы делаете. Так что каждый должен купить цветок.
каждый должен купить цветок. И предложил это человеку, который создал эти учения. Вот так вот. Спасибо большое. Вот так вот. Понимаете? Вы сделали эти учения своей верой и своим усердием. Я просто почтальон. И вот об этом этот пункт. Я пещера. Вы делились своими знаниями, своей мудростью в прошлом со многими людьми. И это как кричать в пещеру. Некоторые особые пещеры, они даже делают звук эхо еще громче, чем оригинальный. Потому что такой второй закон кармы. Семена всегда растут. Вы помогли другим людям. Вы поделились тем, что вы понимаете. И эта пещера прилетела к вам сюда из Лос-Анджелеса. Пещера вот сюда уселась. И ваши собственные семена ко мне прилетели, от меня оттолкнулись и к вам вернулись. И вот так вы получаете эти учения. Если вы хотите больше учений, когда вернетесь домой, то приятным, спокойным образом для тех друзей, которым это поможет, вы считаете, без фанатизма, ты должен принять семена. Не так. Если кому-то нужны деньги или у них проблемы с мужем или что-то подобное, то мягко, с добротой и с терпеливостью поделитесь с ними. Мы не знаем, кто есть Будда. Ты должен стать буддистом. Я Будда. Я уже буддист. Мы не знаем, ваши дети Будда или нет. Так что аккуратнее. Не будьте такими. Восьмое. Это небо. И вот объяснение. Итак, есть очень известная мантра. Хорошо.
И это мантра Цункапы. Цункапа — самый великий учитель, который жил на этой планете. И все, что, чему я вас обучаю, все, что я изучала в своей жизни, все происходит из Цункапы, из его линии. И так что вы... Нам очень повезло. Он был рожден на западе Китая. Тибет имеется в виду. И вам повезло, что вам, китайцы, повезло, что у вас такой великий учитель был. Его мантра начинается с микмецева. Это означает: «Я тебя люблю, но тебя там нет». Есть песня рок-н-ролл? Бьорка. «Я тебя люблю, но я тебя еще не встретила». Вот такая песня. Когда Будда смотрит на людей и любит их, он понимает, кого там нет. Я не хочу, чтобы вы больше уже ощущали себя запутанными. Вы уже здесь 9-10 дней. Каждый раз, когда Геша Майкл говорит подобные вещи, вы должны помнить одну единственную вещь. Фантом муж, глупый муж. Все. Не какая-то большая философия. Возвращайтесь домой. Муж называет вас глупой. Там есть муж, который не происходит от того, что вы сделали на прошлой неделе по отношению к своим детям плохим. Муж, который не происходит из ваших семян, не существует. Не может существовать. Никогда не существовал. И никогда не будет существовать. И это тот муж, на которого вы злитесь. Все споры, которые у вас когда-либо были со своим мужем или с женой, вы спорили с ничем. Это пустота. Когда я так говорю, не вот сидите, не сидите с такими лицами. Что вы имеете в виду, Цункапа сказал, надо любить людей? Но они, их там нет. Теперь вы знаете, вы можете читать каждую буддийскую книгу в этом мире. Нет ничего другого или более глубокого, чем это. Тот муж, его там нет. Каждый раз, когда вы расстраиваетесь на ничто. Ничто означает муж, который не происходит из ваших семян. Этот муж не существует. Так, подождите, у меня тут ламафон. Особый номер сообщения от ламы. Это на удачу, что оно сейчас пришло, это сообщение. Весь предмет Ламрима. Вот на этой неделе. Вы знаете этот предмет. Защита. Кто может помочь вам?
Будда, Дарма, Санга. Драгоценность этих трех. Когда вы говорите «драгоценность», вы должны помнить пустоту. Пустоту. Гешла, как Будда меня может защитить, если он пуст? Стэнли, посмотри. Что вы должны помнить? Что вам нужно помнить по поводу трех драгоценностей? И снова ответ. Phantom husband. Муж. Муж — рисовая голова. Его там нет. И это защита. Почему? Потому что вы понимаете другую часть, зависимое происхождение. Что такое зависимое происхождение? Вот здесь оно. Мой муж назвал меня фантом глупый, потому что я кричала на своих детей на прошлой неделе. Хорошо? Если хотите, когда будете возвращаться домой вечером, перед тем, как откроете дверь, возьмите вот так ручку и посмотрите на нее. А потом открывайте дверь. Хорошо? Это зависимое происхождение. Нет никакой буддийской книги, которая глубже, чем вот это. Нету учений, которые я вам давал. Муж — это зависимое происхождение. Что это означает? Происходит из ваших семян. Все. Все остальное более запутанное, забудьте про это. Это неверно. Вообще-то нам не нужна уже другая программа. Но давайте проведем, потому что весело. Хорошо? Нету другой никакой информации. Зависимое происхождение. Все происходит из семян в вашем уме. Пустота. Нет ничего другого. Нет мужа, который не происходит из вас. Если у вас проблемы с мужем, чья это вина? Моя. Как я могу это изменить? Измените свои семена. И муж тогда обязан измениться. Есть женщина из Сингапура. Она мне сказала: «Гешла, ты нам рассказал, как вести бизнес. Рассказал нам про семена. А для моей личной жизни можно это использовать?» Я говорю: «Да». «Что, любую проблему можно исправить?» «Да, да, можно». «А в чем твоя проблема большая?» «Муж, какая проблема?» «Мы женаты 30 лет. 30 лет я готовлю для него каждый вечер. И он ни одного разу не помыл посуду. Могу ли я посадить семена, чтобы он мыл посуду?» У меня идея есть. Используй 4 шага. Хорошо. И тогда она принимает прибежище в 4 шагах. Она приняла прибежище в 4 шагах. Она не спорила с мужем. Я вам рассказывала уже, есть 2 способа, как бороться с мужем. Первый. Можно попробовать логику. Я тоже работаю. Мы оба работаем. Я устала, и ты устал. Я готовлю для тебя каждый день.
Это у меня полтора часа занимает. Я покупаю продукты. Поскольку мы оба работаем, логично, что ты можешь мыть посуду. Он говорит, не-не, для меня не звучит так логично. Тогда вы можете попробовать, типа, в черный список его внести. Он такой, я сегодня романтично себя чувствую. А вы так? Ой, я так устала после мытья посуды. Может быть, завтра, если мне кто-нибудь поможет. Вот так вот. И это не всегда работает. Но если вы посадите семя, это всегда работает. А потом я пошел к ней в гости домой. Через год примерно. Она говорит, я хочу пригласить вас на ужин с моим мужем. И мы сели в комнате, в столовой. У нее такой маленький колокольчик. И она так тин-дин-дин-дин. Муж выходит. У него женский фартук для готовки. Да, дорогая. Ужин готов уже? Не-не, я еще не готов, извиняюсь. Она мне говорит. 6 месяцев назад я уже закончила сажать семена для мытья посуды. Он моет уже посуду каждый вечер. А потом я подумала, а почему я мне на этом нужно останавливаться? Он еще может и готовить ужин. И это принятие прибежища. Никаких споров, никакой борьбы. И всегда успешно. Ваши мужья здесь в аудитории. Мужья, не переживайте. Кешла. Я не хочу мыть посуду каждый вечер. И особенно я не хочу носить этот фартук. И у вашей семьи может организоваться 4-шаговая война. 4 шага, 4 шага. Она такая, 4 шага, 4 шага. Когда 2 человека сажают противоположные семена, кто выигрывает? Понимаете? В одно и то же время одна вещь является и жевательной игрушкой для собаки, и ручкой для человека. Пустота невероятная. Пустота более мощная, чем мир. Реальный буддист. Им не нужно подстраиваться под мир. Мир обязан подстроиться под них. И что-то произойдет. Возможно, кто-то из Хилтона, Пхукета придет мыть посуду. Итак, давайте быстро закончим. У нас 10 минут осталось. А, да, я же про Цанкапу говорил. Некоторые вещи в мире не меняются. У меня сейчас нет времени объяснять это, но мы можем это в другой раз сделать. Но одним из примеров является место, пространство. Оно везде вокруг нас.
этот микрофон занимает какое-то пространство. Если я его передвину, то место, это пространство здесь же останется. Если я верну обратно, пространство будет заполнено, но оно все еще существует. Если весь этот мир взорвется, то пространство все равно останется. Ничто не может его изменить. У пространства нету на самом деле верха или низа. Низ и верх означают, как близко к Земле и как далеко от Земли. Но если вся Земля взорвется, и Солнце взорвется, сгорит, то пространство останется все равно здесь. И Будда такой же. Он везде. Вот пространство вот здесь, ему не нужно думать, о, мне нужно пойти вниз. Оно везде. И Будда везде. Ему не нужно думать, о, 10 часов, мне нужно на Пхукет садиться и ехать. Почему Будде не нужно путешествовать самолетом обратно в Лос-Анджелес? Потому что он уже в Лос-Анджелесе. И на Пхукете. Везде. Там, где есть пустота, там есть Будда. Последнее. Земля дает нам пищу. Земля дает нам место, где можно жить. Нам повезло, что у нас есть гравитация. Когда мы строим дом, он может стоять. И земля не думает. О, сегодня мне нужно вырастить некий урожай. Или, о, сегодня они хотят поехать в аэропорт, мне нужно держать машину на земле. Это автоматически происходит. И таким же образом Будда поддерживает всех существ, помогает всем существам. Без мыслей, автоматически. Я вас обучил трем медитациям. Пожалуйста, продолжайте их делать. Какая была первая? Это когда утром создаете новую хорошую карму, очищаете плохую старую карму с самым мощным пылесосом в мире. И это лицо вашего ламы, ваш собственный учитель. Кто бы ни был ваш учитель. Просто думайте о них. Буддийский учитель — качество. Каждый раз, когда у вас проблема, каждый раз, когда вам что-то нужно, просто подумайте о них. И они вам помогут. Вам не нужен телефон. Просто подумайте о них. Если вы практикуете каждое утро, то каждый раз, когда они вам нужны, вы просто попросите. И однажды каждый из нас будет сбит машиной или что-то такое. Вы стукнетесь головой сильно. И вот так. Пух. И начнут горы падать, вода,
И нам нужно подготовиться к этому, практиковать. Вот так это ощущается умирать. И каждое утро сидите с учителем, просите помощи. Потом приносите их в свое сердце и привыкните к этому. И когда машина вас ударит, вы будете готовы. И они придут, ваши учителя. И качество вашего учителя в буддизме. Просто подумайте о них. И они вам помогут. И многие люди приняли прибежище. А для вас, у вас есть теперь 12 обещаний. С моей стороны также есть обещания. Это не просто дать вам имя. Мое обещание. До тех пор, пока моя машина для аренды будет работать, я вас буду обучать. Если вам нужна помощь, заболеете или мама заболеет, то напишите имейл Скотт или Арит. Мне нужна помощь Гешела, и я помогу. Это такой договор. Хорошо? Я иногда медленно отвечаю, но я сделаю это. Итак, первая медитация. Привыкните просить своего учителя о помощи. Вторая медитация. Практикуйте умирание. В конце медитации на смерть вы просите снова своего учителя помочь. А сейчас мы будем практиковать третью медитацию. Всего несколько минут. Потому что у нас уже кончается время. Вы можете включить телефон на запись. Во время огненного подношения вы видели некие знаки руками, называются мудры. Вот так. Я вас научу одной. Левую руку поднимите. Вот так. Немножко вот в обратную сторону наклонена. А потом вот так. Кофе-медитация! Кофе-медитация. Мы сделаем короткую кофе-медитацию. Никаких подготовительных мероприятий. Никакой медитации на смерть. Никакого лотоса ногами. Просто расслабьтесь. Если вы шаопинь, можете зевнуть. Мне нравится смотреть немного вверх. Когда вы как будто бы думаете о своем бойфренде в школьном. И я буду молчать в течение нескольких минут. Давайте подумаем о том, насколько нам повезло. Во всем мире. Кто проводит 10 дней таким образом? Кто слышит о пустоте глупого мужа? Кто получает защиту в этой жизни и в последующих жизнях, после смерти?
У кого есть такие друзья, как у нас здесь? Как Виталий сказал, из Украины. Как это возможно, что столько людей со стольких многих стран говорят на разных языках? Даже какие-то страны борются друг с другом. Но в этой комнате, как в раю Будды. И после этой песни все обнимают друг друга. И эти объятия — это цветы нашего сердца. И поблагодарите Жасмин и Тима в своем уме. Насколько нам повезло. Давайте сделаем кофе-медитацию. Всего одну минуту. Okay, good. Хорошо. Давайте вернемся. Я очень благодарен, что вы приехали все. И надеюсь, что мы еще много раз так встретимся. Мы со Стэнли вам будем петь песню, как два больных кота. Это китайская песня, называется Farewell. Написана очень известным буддийским мастером. И он говорит до свидания своим предыдущим жизням, где он стал монахом. А мы говорим сейчас до свидания вам. Но это означает также, что вы
говорите до свидания своей предыдущей, своей жизни, где вы не понимали про пустоту, и говорите здравствуйте своей новой жизни с пониманием пустоты. Если знаете песню, можно петь. Geshe Michael.